большую машину собрать. Много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты. Вместе мы команда мечты. Эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и руль скорей к нам вези. Лева! Грузовичок Лева. Сколько снега на улице! Капу, ты строишь снежный замок? Робот приехал с тобой поиграть. Снег упал прямо на робота. Ку-ку. Лёва, смотри, робот Дед Мороз. Эй, ты куда? Робот уехал. Грузовичок Лёва привёз новые детали. Мы будем собирать снегоход. Роботы, зачем вы забрали лыжи? Соединим большие детали в основании снегохода. Это капот. Это сиденье. На него сядет водитель. Снегоходу нужен мощный мотор, чтобы вращать гусеницы. Установим его под капотом. Руль, чтобы поворачивать. Ветровое стекло защищает от снега и ветра. А вот и гусеницы, как у трактора, чтобы снегоход не проваливался в рыхлый снег. Амортизаторы, к которым прикрепляют лыжи. Фонари и фары. Смотри, как их много! Все, не хватает только лыж. А? Лёва, их забрали роботы. Быстрее ищи их. Нашел. Роботы решили покататься на лыжах с горки. Как быстро они едут! Ой! Роботы, нам нужно собирать снегоход. Кладите лыжи в кузов. Закрепляем лыжи. Наш снегоход готов. Смотри, как удобно ему ехать по снегу. Ого! Как здорово! Роботы! Хотите прокатиться на снегоходе? Запрыгивайте скорее! Поехали! Держитесь крепче! Похоже, это очень весело! Чтобы большую машину собрать,
много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй-эй-эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и руль скорей к нам вези. Лева! Лева! Грузовичок Лева. Грузовичок Лёва выезжает из своего домика. Ага. Что случилось? Лёва надел кепку, чтобы спрятаться от яркого солнца. Погода сегодня жаркая. Все вышли на улицу гулять. Роботы играют в мяч около речки. А Лёва едет собирать какую-то новую машину. Эй, лови мячик, робот! Сейчас Лёва разгрузит кузов и будет собирать фургон с мороженым. Это белый корпус фургона. Это машинка для приготовления мороженого. Крылья. Двери. Четыре колеса. Передний бампер и задний бампер. Решетка радиатора. Фары, два козырька от солнышка, громкоговорители и огромное пластмассовое мороженое, чтобы все видели и знали, какое вкусное мороженое готовят в этом автомобиле. Фургон с мороженым готов. Робот, ты хочешь в нем прокатиться? Заходи. Эй, друзья, смотрите! Это фургон с мороженым! Вот бы угостить всех прямо сейчас! Но мороженого нет. Не грустите, роботы! Лёва, ты нам поможешь? Чтобы приготовить мороженое, нужно молоко и вафельные стаканчики. Они есть в магазине Грузика. Привет, Грузик! Конечно, Лёва, ты можешь взять молоко и стаканчики. Спасибо, Грузик. А? О. Заливаем молоко в машинку для мороженого. Вафельный стаканчик уже на месте. Робот, опускай рычаг. Получается! Красный робот, ты куда? Ты хочешь мороженое с клубникой? Кладем клубнику в машину. Получается клубничное мороженое. Пожалуйста. Отличная работа, Лёва. Грузовичок Лёва.
Грузовичок Лёва едет по дорожке. А с неба за ним следит квадрокоптер. Вот это прыжок! Что-то выпало у Лёвы из кузова. Квадрокоптер, ты заметил? Смотри, Капу подобрал выпавшую деталь. Лёва, грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везем. Лёва, грузовичок, нам с тобой приехал снова, с нами новую машину Лёва соберем. Грузовичок Лёва живет здесь. Он поднимается на лифте на второй этаж своего домика. Как здесь грязно! Так много мусора на полу. Лёва, давай соберем пылесос. Квадрокоптер тоже прилетел посмотреть на это. Пылесос будет круглой формы. Он будет ездить вот на таких колесиках. Установим щетки. Контейнер для мусора. Боковые заглушки. Воздушный фильтр. Мотор с кнопкой включения. А где же аккумулятор? Без аккумулятора пылесос работать не будет. Кажется, квадрокоптер знает. Капу, Лёва собирает пылесос. Нужно быстрее отвезти ему желтую деталь, которую ты нашел. Капу, давай сюда аккумулятор. Теперь все готово. Лёва, включай. Ух ты! Смотри! Пылесос убирает мусор. Капу, не бойся.
Теперь у Лёвы дома очень чисто. Грузовичок Лёва. Это детская площадка. Лёва, грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва, грузовичок, к нам с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберет. Привет, Лёва! Ты хочешь прокатиться с горки? Здорово! А это что за кубики? И почему они шевелятся? Любопытно. Это экскаватор Мася. Мася, ты что-то искал под кубиками? Это ковш. Положить тебе его в кузов, Лёва. Ага. Лёва, смотри, здесь лежат кабина и шасси. Выгружай детали. Будем собирать новую машину. С чего начнем? Установим на шасси кабину. На оси наденем колеса. Два с одной стороны и два с другой. На крышу поставим маленький прожектор. Соберем стрелу. И прикрепим ковш. Готово! Получился маленький экскаватор. Поехали! Познакомим тебя с Масей. Мася, смотри, кто приехал. Это Капу. Ой, ты куда? Что ты ищешь за кубиками? Это мячик. Мася, Лёва и Капу играют вместе в мячик. Ой! А теперь можно поиграть в кубики. Деталей нужно отыскать. Лёве с друзьями помочь можешь ты. Вместе мы команда мечты. Эй, Лёва, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и руль скорей к нам вези. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва.
Грузовичок Лёва и его друзья играют в футбол. Удар по воротам. Лёва отбивает. Мяч у Капу. Удар. Ой! Мячик застрял на дереве. Высоко. Даже Капу не может дотянуться. А если потрясти дерево? Осторожнее, робот! Ой! И так не получается. А? Лёва, что ты привез? Это детали новой машины, которая называется подъемник. Собирай его быстрее. Желтое шасси, красная кнопка и две зеленые детали. Четыре колеса. Два с одной стороны и два с другой. Платформа для кресел. Два кресла. Руль. Фары. Решетка радиатора. Бампер. Механизм, который будет раздвигаться и поднимать вверх металлическую платформу. Да, вот так. А где же сама платформа, Лёва? Поищешь её? А, Лёва что-то нашел. Ой, на этой платформе стоять неудобно. А сюда можешь заехать? Ой, эта платформа опасная. Смотри, у этой платформы бортики. С нее никто не упадет. Погрузчик собран. Можно доставать мяч. Робот поднимается выше дерева. Получилось! Эй, вы куда? Давайте опустим платформу, чтобы синий робот смог спуститься. Вы его чуть не забыли. Извини, пожалуйста, не обижайся. Сейчас мы тебя опустим. Поехали играть в футбол!
Мяч у красного робота. Удар. Лёва, ты отличный вратарь. Грузовичок Лёва. Это домик, в котором живет маленький грузовичок Лёва. Доброе утро, Лёва! Ты едешь гулять? Ух ты! Это тень от самолета! А вон и сам самолет летит! Лёва, ты будешь собирать конструктор? Ага. Выгружай детали. Эти две детали похожи на опоры. Белый корпус. Детали, на которые мы установим моторы. Вот и они. Один. Два. Три. Четыре. Аккумулятор. И винты. Лёва, у нас получается квадрокоптер. Только одного винта не хватает. Вот здесь. Найдешь его? Может быть, винт за горкой? Нет. Вот он, у грузика. Грузик с ним играет. Грузик, ты похож на вертолет. Аккуратнее, ты не ушибся? Давайте прикрепим этот винт к квадрокоптеру. А ты, Лёва, бери пульт и поднимай квадрокоптер в воздух. Капу, ты тоже хочешь поиграть? Ты привез камеру. Мы установим ее на квадрокоптер и будем видеть сверху то, что происходит на земле. Смотри, квадрокоптер поднимается. Лёва, поверни камеру. Давайте сделаем несколько фотографий. Отлично, все работает. Лёва, сегодня ты собрал очень интересную игрушку. Грузовичок Лёва. Это грузовичок Лёва. Он везет что-то необычное в своем кузове.
а экскаватор Мася играет в кубики. Мася, Лёва хочет тебе кое-что рассказать. Сегодня будет праздник. У Лёвы день рождения. Приезжай в гости. А вот и погрузчик грузик. Сегодня будет праздник. Приезжай к Лёве на день рождения. Лёва, давай готовить торт для друзей. Вот коржи. А это кулинарный шприц, чтобы делать крем. И клубника для украшения. Сначала польем торт кремом. Теперь украсим ягодами. И, конечно, нам нужны свечки. Лёва, ты сможешь их найти? Поищем в песочнице. Здесь нет. А здесь тоже нет. Смотри, вон что-то лежит под горкой. Как много свечек! Лёве нужно 3. Это разноцветные колпачки. Они точно понадобятся на празднике. Вставляем свечки в торт. Надеваем колпачок и ждем друзей. А вот и они везут подарки Лёве. Добро пожаловать, друзья! С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя. Лёва, с днем рождения!